Воин чувствует, когда настало время для молитвы и ухода за снаряжением. Он узнает его по шуму ветра и ломоте в костях. Он слышит его в пении птиц. На этот раз даже я сложил руки в молитве, хотя не делал этого уже несколько лет, а потом приказал начистить свои доспехи до блеска. Какой воин захочет, чтобы святой Петр испачкал руки об его грязный щит? 26 августа 1278 года мы выступили в Дюрнкрут, где предстояло решиться судьбе всего нашего поколения. Рудольф бесстрашно решил встретить армию Отакаров в открытом поле на берегах Моравы, желая испытать в деле своего нового союзника Ласла IV. Отакара же поддержали силезцы, думая на тот момент, мы все понимали важность этой битвы. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру «Наследие предков». Битва при Дюрнкруте. Рудольф I решил в последний раз сразиться с Отакаром II, и чтобы на этот раз действительно стал последним, он поклялся убить Отакара в бою или после него. Ну что ж, ребят, начинаем. Не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Поехали, всем приятного просмотра. Дюрнкрут, 26 августа 1278 года. Послушай, прежде чем идти дальше, нам надо найти и обезвредить все окрестные ловушки. Но, папа, не терпится прикончить этих ублюдков. Пойми, сын, неосторожность нас погубит. Окей, обезвредить все ловушки. Так, мы играем за Томаса и его сына, нифига себе. Так, окей. Оборона. Давай, наверное, в оборону. Блин, их тут 10 штук, что ли, получается, этих ловушек. А, так область небольшая. Ну, надо тогда постепенно идти. Может быть, здесь ловушки еще есть? Ну, тут отряд уже ход, я уже вижу. Ну, давай здесь проверим. Может быть, тут будут ловушки. Их должно быть 10 штук. Да что-то как-то не видать. А кто из них видит ловушки? Они оба видят или только Томас замечает? Тут, получается, территория-то небольшая. Где они могут 10 ловушек заныкать? Так, ну здесь-то я был, а тут, сюда уже я не перехожу, здесь река у нас. Ну, давай тогда в кусты. Может, мне надо избавляться от противников? Ну, почему бы и нет? Как бы копеечки на копеечки, они что ж копеечки, да? О! Две нашел. Красавчик. Ладно. Так, еще одна. Х.
Хорош. Так, там еще одни. Блин, ну они пятого уровня. Эти засранцы пятого уровня. Ну, от них лучше избавиться тоже. Давайте попробуем напасть на них, чего бы нет-то. Ловушки тут себе обезвредил, 5 штук. Осталось еще 5 найти. Карта-то небольшая, противников, в принципе, должно быть немного, поэтому давайте попробуем. Если что, я всегда, в принципе, могу отступить. Так, а Томас уже получил звездюлей неплохих, да? Так, а чё вот они стоят? А, он не двигается. Блин, сложные противники. Очень сложные. Все, начали двигаться. Ну, они вроде возможность есть подлечить их, так что, в принципе, нормально. Так, одного есть, замочили, молодцы. По идее, сейчас должны еще второго замочить. Да, молодец, Адольф, красавчик. Завалил, теперь давайте вдвоем одного. Блин, ты прямо в шею попал, как он еще после этого жив? Красавцы. А зачем мне оборонитель? Мне не нужен оборонитель, порядок. Нафига он мне нужен? Мне-то как раз нужен наступательный. Окей. Так, здесь какой-то лагерь. Хорош. Так, все, ждем засаду. Томас. Не, Адольф. Чуть-чуть сюда. Все, 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 ждем. Ждем, 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 ждем. Поближе их. Так, одного, в принципе, получилось грохнуть. Ну, заодно, может быть, Адольфа прокачаем. Пятый, по-моему, сам последний уровень, да, у нас? А выше я не видел. Или видел? Не помню. Вот это другой разговор. Но их надо, чтобы они оба отдыхали теперь. Красавцы. Так, у нас здесь есть лагерь, который надо тоже зачистить. И еще здесь есть лагерь, который надо будет проверить и зачистить. И еще 5 ловушек. Вот вообще здорово. Как вы не заметили здесь ловушку? Объясните мне, пожалуйста. Вы что тут были, блин, вдвоем сидели? А, ловушки только в режиме обороны видно, все точно. Скорее всего, именно так оно и есть. Ловушки видно только в режиме обороны. Да, точно. Ладно, хорошо.
Так, в кустике. Так, это будет 8-я, да, у нас? Блин, ну я хотел бы здесь лагерь зачистить. Так, а вас тут уже больше. А, так у вас уязвимость есть, отлично. Неплохо. Так, сейчас тогда наших друзей поближе подведем. Друг к дружке. Наступательный обоим режим делаем. И вперед. Не, должны быстро убить их. Во-первых, у них есть уязвимость. Во-вторых, они были в режиме отдыха. Особо пока не пострадали наши, так что все замечательно. Так, ну и здесь надо будет обязательно попробовать зачистить лагерь. Красавцы. Так, режим. Режим. Так, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас здесь надо будет найти ловушки. Точно здесь будет есть ловушка. Есть? Или нету? Не вижу. Ловушку не вижу. Не вижу. Так, хорошо. Ой, а там еще кто-то лазит, блин. Вот это вот плохо. Так, подожди, а кто тогда здесь лазит-то? Здесь кустов-то нету. Странно. Ну и ловушек я не вижу. Где что-то искать последнюю? Где-то, наверное, должна быть вот здесь. Так, ну я вообще красавчик, лагеря все зачистил, молодец. Не, ну где-то здесь же должна по-любому быть. Так, у меня все в режиме обороны. Не понимаю. Может, где в... кусты, когда залезу, вижу. Особо не наблюдаю. Ну и где она? Так здесь, по-моему, я был. Понятно. Где последняя ловушка? Forward.
Так, может быть, за этот? Лучше увидят. Все равно здесь уже больше никого нет, никаких противников. От всех избавились. Я только не вижу здесь ловушку, вот это вот минус. Непонятно. Куда-то заныкали. Они оба в режиме обороны, значит, по идее, должны видеть ловушки. Но здесь ловушку я не вижу. Здесь, которые ловушки все были, я их все обезвредил. Там я уже был. Либо вот здесь, либо все-таки где-то вот здесь. Где? А как это вы так ее не заметили-то? Вот это мы сейчас удачно прошли-то. Странно, последнюю ловушку я тут даже и не видал. Я вроде возле этих кустов был. Странно. Ладно. Good. Кажется, здесь все ловушки обезврежены, но не будем терять бдительности. Папа, у меня есть идея. Надо проникнуть в их лагерь. Эти болваны не ждут от нас ничего подобного. Но, сынок, в этом-то все и дело. Мы же не можем просто так. Хотя, знаешь что? Попробуем. Так, ну надеюсь, ловушки-то обезврежены. Проникнуть в лагерь противника. Так, ну здесь кто-то ходит. Надо быть осторожным. Так, вот, я уже их вижу. Давай в кусты. Так, ну это копейщики. Так, одного уже грохнули сразу, молодцы. Красавцы. Так, а как попасть в лагерь? Может быть, здесь пройти? Кстати, как вариант, почему бы и нет. Тут прям хорошая такая щель, прям для нас. И в кусты. Супер. Так, это я пока молился, получил ранение, да? Ха-ха, круто. А чё ты стоишь-то, я не понимаю. Я ж нажал тебя атаковать, ты сразу весь отряд. Чё за бред? Вы могли бы его грохнуть, не получив ранения. 100%. Он почему-то взял Адольф и стоял. Молодцы. Так, там еще кто-то ходит. Ага. Ладно, я понял. Так, ну он, кажется, ходит по кругу. Так, неплохо. Пробрались. Так, эти спят. Но я могу их атаковать. Чё бы нет, да? Так, эти тут тоже спят, но там надо будет сначала обходить. Да
Зато еще плюс дальше от лагеря атаковали, так что замечательно. Так, вот еще одни, которые ходят здесь вокруг. Лечиться будем потом в кустах. Сначала давайте от всех избавимся. Блин, я уже 20 минут пытаюсь пробраться в лагерь, да? Как бы основной-то битвы я тут и не вижу. Ой-ой-ой, они идут к нам. Прям к нам идут. Давайте, мужики, быстрее. Быстрее. Да прикончите вы одного. Блин, господи, что вы там стоите-то? Вдвоем опять стоят. Ну вот точно, я же сказал, смотри, он стоит, ничего не делает. Давай. Не успеют. Не успеют, реально не успеют. Пипец. Пипец, не успели. В натуре не успели, блин. Офигеть. Вот так вот 3 часа они и дрались. А все почему? Потому что, блин, он стоит и не долбит. Надо тыкать, надо тыкать. Посмотри, постоянно надо тыкать. Не, ну молодцы, в принципе, справились. Я думал, будет намного хуже. Так, молодцы. Лечимся. Лечимся. Так, попробуем сейчас здесь это все дело обойти, посмотреть. Кто где еще есть. Так, Адольф готов. Адульф, вернее. Адульф. Так, наверное, по одному. Так, здесь тишина, никого я не вижу. Так, здесь я тоже никого не вижу. Ах, так, хороший, в принципе, шанс, наверное, если тут больше никого нет. Но это, опять же, не факт. Ну, я вроде здесь больше никого не вижу, кроме вот этого отряда. Вроде как бы да, больше никого нет. О, кстати, Адульф у нас 3 уровня. Так, одного уж сразу грохнули, молодцы. Второго тоже грохнули. Отлично, красавцы. Послушай, вот как мы используем нашу пехоту и конницу против Рудольфа. Пехота пойдет через южный лес и окружит войска Рудольфа, которые уже будут связаны боем. Слушай, Гануш, мне нужна твоя лучшая саксонская конница. От этого зависит многое. Ваши войска будут прятаться, пока Рудольф не решит напасть. И вот тогда вам нужно ударить его в спину всеми доступными силами. Стоять! Что вы здесь делаете? Ахтунг, шпионы! Прикончите их! Ну, в общем, получается, никто ничего не узнал. Воины! Чтобы победить, мы должны уничтожить их всех. Помните, ни шагу назад. Майнкайзер, они прислали конницу.
Копейщики, стройсь! Майнхарт, командуй здесь! Где здесь? Выиграйте битву. Окей. Так, во-первых... Копейщики. Так, режим обороны тогда всем. Ой, как хорошо-то! Как хорошо! Чё встали-то, долбим? Офигеть! Так, ну копейщики молодцы, вовремя, вовремя, реально вовремя. Я еще всем поставил оборону, так что вообще классно все. Давай, 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 долби, долби, долби. Давай, 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 кромсай. Смотрите, их воины уже ждут нас в Южном лесу. Нам надо подготовиться. Майнхарт, быстрее, прикрой наш южный фланг. Принять командование союзниками. О, блин, я все, я один, да? Бегом, 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 бегом. Так, давай, 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 сохраняшка, сейчас не до тебя. Блин, серьезно? Да блин, возьми ты только все. Ай, ё-моё, дебилизм какой. Да какое наступление, надо было оборону прокачивать. Я не хочу каждого так тыкать, а по-другому никак, блин, они не умеют. Так, мне нужны только копейщики. Так, вы будете контр тогда 2. Вот тогда контрол 1. Вот этого я и боялся, стрельбу по своим-то. Так, лучники... А, ввязались, да, молодцы. Вот жалко, что игра не ставится на паузу. Реально жалко.
Трупен, начинаем контратаку. Нам надо захватить холмы и руины деревни. Опять я принимаю командование. Так, назад. Ctrl-1. Наступление. Ctrl-2. Меткость? Или пробитие? Давайте пробитие. Так, во-первых. Так, ты у нас будешь на тройку. Так, я же могу с этой стороны зайти, правильно? Могу. Могу, 100% могу. Так, у меня лучники, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Назад, 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 я знаю вас. Давайте, добить, один лучник остался, ну. Давай, добивай. И? Сейчас мы нападем на их главный лагерь. Конница будет ждать в лесу, готова прийти на помощь. Майнхард, когда я прикажу, веди конницу в бой. Яволь, я не подведу, мой король. Смысле? Воины, исход этой битвы зависит от нас. Убейте их всех до единого. Ты издеваешься, что ли? Я каждый раз должен принимать новое командование. Ах, так. Это у нас тяжелые копейщики. Ctrl-1. Наступление. Меткость. Ctrl-2. Так, ну и что, и куда? Сюда, да? Один. Сюда, два, сюда, три, сюда. Обойти не смогу, блин. Куда? Номер два.
Давай, 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 номер два. Стреляем, стреляем, эти пока там сами разберутся. Отлично, отлично, неплохо, неплохо, так хорошо пошло дело. Есть, замечательно, теперь давай сюда. Шайзе, вражеская конница заходит нам в фланг, ее надо остановить. Майнхард час пробил, нам нужна конница и как можно скорее, веди ее во славу Рейха. Серьезно? Почему конница без моего командования ничего не может сделать? Я просто поражаюсь, я в шоке. Бегом, бегом тогда за конницей. Вперед. Так, а я могу как-то, наверное, с фланга зайти, нет? Тут вообще было классным вариантом зайти с этой стороны, точно. Вот прям 100%. Там от конницы, в принципе, ничего не осталось, так что, в принципе, пофигу, абсолютно по барабану. Опять надо их будет всех прокачивать, и я их прокачаю на что? Правильно, на оборону, потому что они слабенькие у нас. Вперед сюда. Зайдем с фланга. Прям с фланга будем заходить. Блин, еще и копейщики, да? Ты смотри. С фланга-то зайти не получилось. Блин. Меня прям здесь ждали, да? Так, ты что можешь у нас тут орать? Внушает страх. Это хорошо. Давай, 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 давай. Еще страха, побольше страха. Но я тут один отряд даже не смогу замочить. Очень долго это будет происходить. Вроде как бы и натиск был, да, но все равно. Не вышло. Не отступаем, ни шагу назад. Все, ладно. Тоже проведем эту фишку. Давай, давай. Походу, пока только мои мрут. Ну, два отряда уже потерял полноценно. Блин. Мы, наверное, либо разменяемся отрядами, 3 на 3 будет. Либо все-таки я добью их. Давай, долби. Что у нас здесь? Где Атакар вообще находится? А, вот Атакар. О, так тут они, в принципе, без меня справились неплохо. И там замочили. Я тут вообще еле-еле. Еле-еле. Отлично, вперед, вперед. Так, надеюсь, тут больше никого не будет, никакой засады. Лучники! Ну да, мы, получается, обменялись 3 на 3. Так, ну я должен его грохнуть. А, сыти, да? Отлично. Глава завершена. Рудольф фон Габсбург. Выполнена полностью на с вами компания.
Любой из нас хотя бы однажды усомнился в Рудольфе. Мы все устали от этой суматохи. Но как только Рудольф повел конницу вперед, наши сомнения развеялись. Его дерзкий удар с ювелирной точностью расколол силы Атакара, обратив их в бегство. Мы бросились в погоню, а когда доспехи нашего врага стали черными от грязи и крови, мы нанесли решительный удар. Рудольф попытался развить свои успехи в Чехии, но столкнулся с глубоким неприятием. В конце концов, он решил, что этот конфликт способен победить только любовь, и выдал свою дочь Юту за Вацлава, сменившего Атакара на чешском троне. Оба монарха вошли в историю как великие правители, знавшие, что для благополучия державы необходимы стабильность и безопасность. Их потомки образовали одну из самых влиятельных и могущественных династий в мире. Время воинов подошли к концу. Я снял доспехи и позволил им заржаветь. Не могу сказать, что привыкнуть к новой жизни было просто, но должен признать, у мирного времени есть свои преимущества. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!